Он меня к себе домой позвал опять вчера. Я сначала не хотела, но потом пошла. Там была его подруга, он ей плечи обнажил. Он ее ласкал так нежно, а потом меня спросил: буду ли третья я? Буду ли третья? Сначала не хотела, но потом пошла. Там была его подруга, он ей плечи обнажил. Он ее ласкал так нежно, а потом меня спросил: буду ли третья? Буду ли третья? Нервы на пределе, быть втроем в постели. Нет, это не для меня. Не хочу быть третьей. Как шведская семья. Он меня к себе домой позвал опять вчера. Только я его, увы, совсем не поняла. Там была его подруга, он ей плечи обнажил.
ты видишь? Посмотри мне в глаза, что ты видишь? Посмотри мне в глаза. Ха! Я не играл, я просто хотел любви. Очень хотел, я так жаждал ее найти. Но я нашел, и виной тому был ряд причин. Видимо, я не из тех мужчин. Ха! Посмотри мне в глаза. Thank you.
кровь кусаешь. Мысли череда. Мы начнем играть сначала. Продолжается игра. Продолжается игра. Продолжается. Мои ответы, но мысли в беспорядке,
Проходит тихо время, секунда за секундой. Я каждое мгновенье движу себе, подумай. Загадки отупляют, парят вокруг, как мухи. На них ответов нету, и я ломаю руки. Отгадать невозможно. Bye.